Всем привет! Сегодня проведем день в Аргееве. Я загрузился уже и собираюсь выезжать. Все готово у меня. Так, главное маску не потерять. А то я один раз так встрял, блин, забыл маску в офисе, в другой куртке. И приехал в магазин, и там такая борода. Пришлось ходить в аптеку и купить. Так что с масками внимательно. Так, есть одна доставка по пути на Студентелор. И выдвигаемся в Аргеев. Счастливого пути! Красота! Целый богатый район. Раньше висел здесь на столбе знак 70. Его так непалено убрали. И пару раз ловили уже на превышение. Теперь по этой дороге 50. Непонятно вообще, почему убрали этот знак. Кому он мешал здесь. Но факт остается фактом. Поэтому едем аккуратно. Этот поселочек с другой стороны. Красивый микрорайон. Выезжаю из города Аргеев. Кишинев арена. Никак не могут достроить ее. По пути заехал в это известное место, где говорят, что вода течет наверх, машины сами едут вверх. Любопытно проверить. Только так уже все раздолбано здесь, вообще жесть. Сейчас посмотрим. Так, вот мы стоим в пригорок. Я держу тормоз. Отпускаю тормоз. Нифига не происходит. Даже чуть-чуть назад скатились. Нет никакой геомагнитной аномалии здесь, как любят многие говорить. Поехали дальше. Только зря остановились. Молдавские кодри. Красота. Летом здесь будет замечательно. Пока лес так в спячке еще находится. Да, я думал, сейчас чудо произойдет, машина покатится наверх, но ничего такого не произошло. Все, заехал в Аргеев. Опа-на! Тут что за прикол? Закрыто.
Ладно, поехали по кругу. Интересно, а что закрыли здесь? Вроде ремонта нету там, ничего нет. Внимательно на дороге. Говорю внимательно и сам кручу верчу здесь. Памятник Василию Лупу в центре Аргеева. Прохладно сегодня. А я иду туда вниз в магазин. Надо взять что-то пообедать. Зашел в магазин, взял себе сухомятки пообедать. Еду на свое любимое место возле озера. Нравится мне там обедать на свежем воздухе. Озеро находится рядом с Археолендом. А вот Археоленд, но не работает. Все позакрывали. Хорошо, что дискотеки работают, а для детей вообще закрыто все. Бедные детки. Так, а я уже приехал вот к озеру. Сейчас на свое любимое место запаркуемся. Вот так. Приятного аппетита. Красивая церквушка здесь, в Аргееве. Румыно-католика. Да, красиво. Подъезжаю к столице, к своему любимому городу. Красивый вид. А я еду на базу. Без 15:04 только. Сейчас надо проверить там по заявкам, что есть еще, что развозить по городу. Пока смс-ок не приходило никаких. Обожаю этот вид.
сейчас там будет поворот направо и на Чиканы. Так, смотрим в зеркало. Транснистрия улица-то. Так, что здесь? Знак стоп. На педаль стоп нажали. Вы это не видели, но я нажал, поверьте мне. Сейчас заворачиваем налево. Была еще одна заявка по городу. Сейчас будет мастерство заднего хода. С этого магазина только так можно выехать. Еще здесь нормально, а чуть дальше там вообще так узко. Но ну, да-да. С той стороны. А, без проблем выезжаю. Так, мусорки не снести здесь им. Мусорки. Все, проехали. Вот всего лишь так надо. О, поддон. Ну и все. Поехали домой. I want the world. Yeah, I want the world.